Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели. В студии Наталья Григорьева. Вначале коротко о главных темах последних 7 дней. В технопарке «Лидер» в Люберцах запустили новое производство высокотехнологичного медицинского оборудования. «Россия, устремленная в будущее» прошел форум действий Общероссийского народного фронта. В Люберцах состоялся 4-й областной форум председателей советов многоквартирных домов «Управдом». Обсудить проблемы и задать наболевшие вопросы Владимир Ружицкий провел встречу с жителями округа. Новый год к нам мчится. В краеведческом музее открылась резиденция Деда Мороза. За живым новогодним деревом не нужно идти в лес. Более 50 елочных базаров открылись в Люберцах. В технопарке «Лидер» в Люберцах запустили новое производство высокотехнологичного медицинского диагностического оборудования. Завод открыли в торжественной обстановке, а для гостей мероприятия провели экскурсию по производственному блоку. Все, полетели. Ура! Ура! Да. Полетели в мир инновационного медицинского оборудования, передовых возможностей и сверхтехнологичного будущего в области здравоохранения. Сегодня все это стало возможным на новой производственной площадке компании General Electric Healthcare в Малаховке. Мы подписали соглашение с Московской областью, и благодаря этому у нас есть очень существенные налоговые льготы на этот объект. Дальше мы вот здесь в чистом поле построили все коммуникации, все-все-все. И потом сейчас получаем возврат. Эти инвестиции. Это огромная поддержка. Еще раз огромное спасибо вам. Я когда рассказываю это своим коллегам, бизнесменам, мне не верят. И я бы, может быть, и сам не поверил, если бы не был участником этого процесса. В это действительно трудно поверить. На 17 тысячах квадратных метров развернулось масштабное производство инновационного медицинского оборудования. Уникальный компьютерный томограф, ультразвуковые сканеры и системы, не имеющие аналогов в России. Производственная мощность предприятия 600 единиц в год. В день здесь делают 2-3 аппарата УЗИ. Для изготовления одного томографа нужно в среднем трое суток. Компания поставляет инновационное медицинское оборудование по всей России, а конкретно этот компьютерный томограф уедет в Воскресенскую районную больницу уже до конца этого года. Каждый аппарат изготавливается под определенного заказчика, а следовательно точно отвечает всем его требованиям. За время существования нового производства, фактически оно открылось в сентябре, компания поставила в медицинские учреждения более 20 томографов и 100 ультразвуковых сканеров. Сегодня оценить площадку приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Для него провели персональную экскурсию по производству. Чистое, высокотехнологичное производство, без шума, без пыли, без грязи. Молодые современные ребята работают, очень сложная работа, потому что сборка каждого такого аппарата это требует высоких знаний. Сегодня детали для этих аппаратов поставляют США, Израиль, Австрия, Япония и другие страны. Однако в ближайших планах компании подключить к этому и российских производителей, чтобы процесс создания инновационных томографов и ультразвуковых систем полностью от производства деталей до сборки аппарата стал отечественным. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. «Россия, устремленная в будущее» прошел форум действий Общероссийского народного фронта. В нем приняли участие более 4000 человек. Это активисты и эксперты, представители органов власти и журналисты, а также активная молодежь, для которой организовали специальную площадку в рамках молодежки ОНФ. Этот форум уже назвали самым масштабным в истории Общероссийского народного фронта. Он собрал почти 5000 единомышленников, неравнодушных людей со всей России. Для каждого из них очень важна судьба страны вообще и своего региона в частности. Они выбрали очень правильные и нужные направления в защите интересов людей. Это известные проекты, которыми вы занимаетесь. Общественный контроль в сфере госзакупок, здравоохранение, образование, это защита экологии и обустройства территории, это дороги, то есть инфраструктура. Главное, эти и другие инициативы приносят ощутимый конкретный результат. Форум проходил в 2 дня. В первый работали 6 тематических площадок. Каждая из них стала местом обсуждения инновационных экономических и социальных методик повышения качества жизни человека. Второй день стал днем подведения итогов работы площадок. Были сформулированы предложения. Они и составят базу дальнейшей работы фронтовиков с администрацией президента и правительством России. Также в рамках форума действий наградили победителей конкурса молодежки ОНФ «Образ будущего страны». Памятные фото этого торжественного момента. Под ваши аплодисменты.
Этот форум недаром назвали итоговым, ведь именно оценка результатов проделанной работы дает возможность двигаться дальше в правильном направлении. Наряду с другими реализуемыми ОНФ проектами активисты оценили итоги работы федеральной программы формирования комфортной городской среды. По итогам, скажем так, рейтингу наших коллег с федерального ОНФ получилось, что мы заняли уверенное 4-е место. Рейтинг в первую очередь формировался исходя из того, какую задачу поставил нам президент и наш лидер. Это промониторить и провести учет, как ведется учет мнений жителей, чтобы то, что они хотели, именно появилось в рамках этой программы в их дворе, в парке или еще в каких-то общественных территориях. Что касается итогов работы других приоритетных направлений деятельности ОНФ, то за этот год устранены более 40% нелегальных свалок, отремонтированы почти 25% дорог, более 21% общественных территорий включены в программу благоустройства. Наталья Григорьева, Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялся 4-й областной форум председателей советов многоквартирных домов «Управдом». В нем приняли участие председатели и члены советов МКД и Общественной палаты Московской области, представители федеральных и региональных органов власти и многие другие. В ходе форума жителей дома на улице Кирова в Люберцах наградили за победу в конкурсе на лучший подъезд Подмосковья. Управдом – уникальный всероссийский форум. Идея создания этого проекта появилась в Управлении социальных коммуникаций Московской области. В Люберцах он проводится уже в 4-й раз, только в этом году уже в статусе областного. Очень отрадно, что 4-й форум уже проходит. Когда мы проводили первый, честно говоря, мы не верили, что будет второй и третий. Надо отдать должное Андрею Юрьевичу. Он тогда первый раз встретился с нашими управдомами. Это была непростая встреча, потому что действительно очень долго не велась никакая работа. Единственное, почему, кстати, в том числе и в Люберцах мы сегодня проводим, на тот момент только в городском округе Люберцы, тогда еще был Люберецкий район, была более-менее выстроена какая-то работа, были во многоквартирных домах почти во всех уже созданы советы. Для Люберецкого округа проведение такого крупного форума – важное событие и отличная возможность для обмена опытом с другими муниципалитетами, отметила глава Владимир Ружицкий. Также перед гостями он отчитался о проделанной работе в округе в сфере ЖКХ. Что касается подъездов, у нас в планах было 1298 подъездов, мы с этой задачей справились. Что касается капитальных ремонтов, тема сложнейшая. В этом году мы уже отремонтировали из 183 домов 98, и я думаю, что в следующем году, там до июля месяца, мы эту работу завершим. В этом году мы также у себя благоустроили 69 дворовых территорий. Помимо этого, в муниципалитете была проделана большая работа по увеличению количества парковочных мест. В этом году только на придомовых территориях появилось около 1500 машин и мест. Проделанную работу в округе отметили и приглашенные на форум спикеры. В целом я хочу сказать, что Люберец у нас лидер по всем направлениям практически благоустройства. Это и капитальный ремонт домов, и благоустройство дворовых территорий. А если говорить в целом по Московской области, то мы в этом году выйдем на практически 29 тысяч отремонтированных подъездов. Мы перевыполнили почти на 15% план по комплексному благоустройству дворовых территорий. При плане 1460 территорий сегодня мы говорим о том, что сдано и сегодня уже есть в ГАСУ 1605 дворовых территорий. На мероприятии отмечали роль общественников в содействии представителям профильных ведомств по работе в ЖКХ. Наши главные помощники – это вы, управдома, потому что, так сказать, нет лучшего контролера, чем активный собственник. Активные и грамотные собственники помогают выявлять особенно острые проблемы в сфере ЖКХ. Далее более плотная работа по решению проблем граждан продолжилась на 4 секциях форума. В этом году на одной из них обсуждали роль общественных советов в восстановлении военных городков. Эта непростая ситуация уже привлекла внимание президента Владимира Путина. Более того, Чупраков Александр Анатольевич давал поручение администрациям регулярные встречи со старшими военных городков проводить, значит, и докладывать, рассказывать о текущей ситуации, на какой стадии находится. На секции также было отмечено, что чуть больше года назад началось создание дорожных карт по восстановлению инфраструктуры военных городков. В целом с 2012 по 2017 годы на баланс Московской области и муниципалитетов были переданы 258 городков. На других секциях, например, по общественному контролю за капитальным ремонтом многоквартирных домов, граждане просили устанавливать камеры видеонаблюдения во всех лифтах, а также помочь разобраться с некачественными работами по капитальному ремонту. Пишите конкретный адрес. Это вопиющий случай, что два раза закатали кровлю.
мы выйдем, посмотрим, пригласим и Министерство ЖКХ, и Фонд капитального ремонта, и у нас будет диалог, да, и будем смотреть, потому что не ошибается только тот, кто не работает. На другой секции обсуждали взаимодействие советов многоквартирных домов с управляющими компаниями. Здесь было подчеркнуто, что теперь подрядчик не может приступить к работам по капитальному ремонту, пока собственникам не будет предоставлена смета. Также одна из секций была посвящена участию общественников в реализации программы «Мой подъезд». Отметим, в рамках форума были награждены победители конкурса на лучшую входную группу Подмосковья. С итогами проделанной работы форума можно ознакомиться на официальном сайте Общественной палаты Московской области. Мария Антонова, Александр Богданов, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Глава Люберец Владимир Ружицкий провел очередную встречу с жителями. На ней обсудили вопросы зимнего содержания территории, а также подвели итоги года. Кроме того, люберчане смогли задать властям наболевшие вопросы. Финальную в этом году встречу посвятили зимнему содержанию территории Люберецкого округа. Владимир Ружицкий, поприветствовав гостей, рассказал о готовности к холодам. Мы к зиме готовимся, закупаем всевозможные там песчано-соляные смеси, всевозможные реагенты, готовим технику, готовим людей. Также глава округа рассказал о планах на 2018 год, куда вошли комплексное благоустройство 67 дворовых территорий, а также переход на раздельный сбор мусора. В Московской области будет 4 мусоросжигающих завода, но чтобы мусор сжигать, он должен быть разделен. Поэтому разные фракции, есть стекло, есть ключа и бетон, есть пластмасса, есть дерево, есть пищевые отходы. Мы со следующего года ставим задачу управляющим компаниям подойти вместе с жителями. Жителей надо как-то, я не знаю, и организовывать, и просить, и где-то воспитывать. Надо приступить к раздельному сбору мусора. Затем перешли к вопросам от жителей. Особо острые касались переселения из ветхого жилья и благоустройства. Двери все выломаны, у нас газовые колонки. Плюс старость домов, просто мародерством люди занимаются, ходят. И поэтому просто опасность для всего населения. Особенно много вопросов и возмущений были связаны с проблемами работы общественного транспорта. Это же ужас. Первый автобус ездит плохо, не по расписанию. 453-й вообще не дождешься один раз. Владимир Ружицкий предложил организовать отдельное собрание с участием общественников, ГИБДД и Минтранса по всем дорожно-транспортным вопросам. В 20-х числах января мы в администрации соберем людей активных только по транспорту. Здесь Бедюков Олег Петрович, он нет. Здесь, да. Вы меня узнаете? Конечно, конечно. Сколько раз я к вам приходила, просила, чтобы повесили нам расписание. Почему 3 месяца я нет такого? Ну-ка, давай, отчитывайся. Регулярно автоколонна, у них технический отдел, делает объезд остановочных пунктов. Там, где отсутствует расписание, они их восстанавливают. Но с такой же регулярностью некоторые исчезают, эти расписания. Также жители задавали вопросы по организации торговой деятельности и сдаче жилья в недостроях, реализации программы «Доступная среда», а также поступило предложение по созданию баскетбольной команды для людей с ограниченными возможностями. Эта команда позволит заниматься баскетболом, таким паралимпийским видом спорта, главным, людям на колясках и людям, у которых есть ампутация. Во встрече приняли участие более 200 человек. Все замечания, высказанные жителями в ходе беседы, были зафиксированы и взяты под контроль. После мероприятия участники обменялись контактами с представителями власти для дальнейшего решения вопросов. Даниил Михайлов, Александр Богданов и Кирилл Евгеньев. Телеканал ЛРТ. В администрации городского округа Люберцы прошло совещание с руководителями управляющих компаний. На встрече обсудили вопросы, связанные с содержанием территории в зимний период, а также наметили планы на предстоящий год. В городском округе Люберцы работают 75 управляющих компаний. Под их обслуживанием находится более 2000 домов. Содержание дворовых территорий в зимний период считается одной из самых ответственных задач, стоящих перед ними. От качества проводимой работы зависит безопасность передвижения транспорта и пешеходов. Во время совещания назвали управляющие компании, которые хуже всех справляются со своими обязанностями. Ими оказались «Комфорт жилсервис», «Стимул» и «Домоуправ». Я поручаю Галкову в течение ближайших суток разобраться, подключаешь сюда наших юристов, подключаешь себя, значит, посмотрите все договора,
привести все в порядок. Если они начинают рассказывать, что у них техники нету, они за территорию не отвечают, но домами как-то управляют. Я, значит, подключаю сюда жилинспекцию, и мы от них освобождаемся. В рейтинге самых лучших управляющих компаний оказались ЛГЖТ, Лук, Авангард и Томилинский жилищный трест. Руководители этих организаций тщательно подготовились к зиме. Современная техника и рабочий состав позволят в полном объеме справиться с любыми погодными условиями. У нас ежедневно задействовано около 500 человек, 30 единиц специальной техники, снегоуборщика, 40 единиц ручной. Определены места складирования снега и вне территории, которая обслуживает жилищный трест. По выполнению программы «Мой подъезд» Люберецкий городской жилищный трест также оказался лидером. Управляющая компания отремонтировала на 9 подъездов больше запланированного. Качественная работа, проведенная в доме по улице Кирова, удостоилась второго места в областном конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья». В настоящее время формируется адресный перечень объектов, включенных в ремонт в 2018 году. В 2018 году государственной программой в городском округе запланирован ремонт в том же объеме – 1298 подъездов. По состоянию на сегодняшний день адресный перечень сформирован на 1191 подъезд. Управляющим компаниям и ТСЖ необходимо предоставить актуализированный адресный перечень подъездов до 25 декабря. Ознакомиться с уже сформированным списком можно на официальном сайте администрации городского округа в разделе ЖКХ и благоустройства. Стоит отметить, что программа носит заявительный характер. Каждый житель вправе инициировать общее собрание собственников для включения подъезда в план ремонта. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Госатомтехнадзор и общество. Итоги работы. В Центральном доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная подведению итогов деятельности Общественного совета ведомства. Татьяна Витушева, главный госинспектор Подмосковья, представила нового члена совета, актера и кинорежиссера Егора Кончаловского. Он стал тысячным внештатным инспектором Госатомтехнадзора. Госатомтехнадзор, несмотря на то, что это все-таки надзорное ведомство, это инспекция, мы, тем не менее, всегда работаем, опираясь на наших внештатных инспекторов. Работа и эффективность каждого внештатника у нас очень высока. И причем, вы знаете, не только из года в год, но из месяца в месяц она растет. У нас в 2017 году, например, с помощью внештатных инспекторов было вынесено более 5000 постановлений на общую сумму более 30 миллионов рублей. В начале встречи руководитель Госатомтехнадзора Подмосковья подвела итоги работы с общественными объединениями граждан по наведению порядка на территории региона. Так, она подчеркнула, что в рамках проекта «Генеральная уборка» и благодаря интерактивной карте свалок для принятия мер от волонтеров служба получила наводку на 220 мест скопления отходов. На текущий момент уже 630 свалок было обозначено по этому проекту и 466 убрано. Это 87% из списка с этой карты. Я хочу сказать, что НФ тоже, как бы подводя итоги своей работы, за 2017 год отметил Московскую область как один из регионов, который эффективно реагирует на проблемы, в том числе вот этих несанкционированных свалок, и очень быстро их ликвидирует. По словам Татьяны Витушевой, наиболее хорошо инспекторы Госатомтехнадзора поработали в городском округе Истра. Там ликвидировано 25 свалок и навалов. Также отличились Серпухов, Клинский и Дмитровский районы. Особую значимость глава областной службы придала многочисленным рейдам по несанкционированным парковкам и нашумевшим мусорным рейдам под провокационным хэштегом «Свинья». Свинья свиньей, а результат был очень хороший. То есть один раз человека оштрафовали, кроме этого СМИ подали его в газеты муниципальные, областные, и человек уже как бы второй раз безобразничать не захотел. Случаев дважды отлова одного и того же персонажа не было. Кроме того, Татьяна Витушева представила журналистам нового члена общественного совета Егора Кончаловского. Российскому кинорежиссеру и деятелю культуры глава областного ведомства вручила удостоверение. Он стал тысячным внештатным инспектором Госатомтехнадзора. Мне кажется, это очень важная работа, и мне кажется, что вот вся область и совокупность работы Госатомтехнадзора и Татьяны Семеновны очень, мне кажется, для этой работы важно, да, участие волонтеров и небезразличный взгляд на те проблемы, которые, безусловно, постоянно встают перед нами и будут вставать.
В завершении встречи руководитель Госавтотехнадзора Подмосковья подчеркнула, что вопрос благоустройства – один из приоритетных направлений политики губернатора. Поэтому служба продолжит и в 2018-м принимать все меры для наведения чистоты и порядка в регионе. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Управляющая компания «Союз Люберцы» вошла в состав группы компаний «Пик Комфорт». Об этом руководство федеральной управляющей компании объявило на минувшей неделе на брифинге, организованном для жителей и журналистов. «Пик Комфорт» – одна из крупнейших управляющих компаний страны. Присутствует почти в 50 городах России и управляет 35 миллионами квадратных метров жилья. Компания внедряет высокие стандарты обслуживания домов. Для жителей каких-то изменений особых не будет. Но со временем мы будем внедрять стандарты своей организации, которые отличаются высоким качеством. На брифинге присутствовали жители домов, находящихся в управлении компании «Союз Люберцы». Большая часть их вопросов касалась благоустройства придомовых территорий, озеленения, строительства детских и спортивных площадок. По данным Сергея Семыкина, за время работы «Пик Комфорт» в Люберцах было установлено 3 детских и спортивных площадки. На 2 было установлено резиновое покрытие, также были установлены ограждения. Что касается озеленения, то в районе было высажено более 1500 кустарников и деревьев. Что касается домов, находящихся под управлением компании «Союз Люберцы», все планы работ будут составлены совместно с жителями. Помимо этого, через несколько месяцев для жителей будут доступны все сервисы и услуги, оказываемые «Пик Комфорт». Так, одна из главных особенностей компании – собственный единый расчетный центр. Кроме того, у вас будет личный кабинет, вернее, у нас уже есть «Пик Комфорт», который вы можете воспользоваться и производить там оплаты за потребленные услуги. Без комиссии. Помимо этого, жители смогут воспользоваться дополнительными услугами компании, например, ПИК-сервис. Это площадка с услугами для дома, где жители смогут с легкостью заказать услуги для себя. Стоит лишь позвонить по номеру 8 800 505 89 89 или заказать услугу на сайте компании. ПИК-сервис включает в себя следующие услуги: ремонт квартир, бытовой техники и компьютеров, услуги клининга, помощь при переезде, а также замена и проверка индивидуальных приборов учета. Предоставлением услуг занимаются проверенные партнеры «Пик Комфорт». Но все же для жителей в первую очередь важно качество эксплуатации и содержание домов. Первое – это у нас эксплуатация будет в другом виде. Значит, мы не работаем как латание дыр. У нас есть группа технического обслуживания. Значит, дом встает на техническое обслуживание, заходят наши сотрудники эксплуатационной организации, проходят его от подвала, вычищая подвалы, замена труб. И доходит до самой кровли, по ходу меняя ручки, задвижки, разбитые стекла и так далее. Это называется техническое обслуживание. Второе, мы повернуты лицом к жителям и стараемся быть доступными к ним круглосуточно. За последнее время «Пик Комфорт» в Люберцах установила свыше 1000 метров газонных ограждений, заменила 4500 светильников, отремонтировали 64 подъезда и восстановили более 1500 метров тепловой изоляции. Компания не планирует сбавлять высокие темпы работы в городе. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. К другим новостям. Семье Клипальченко важное событие – рождение первенца. И так уж совпало, что в Люберецком роддоме их малышка родилась 5000-й по счету. Поздравить молодых родителей с этим событием приехал глава округа Владимир Ужицкий и депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. 3 килограмма 350 грамм счастья появилось в молодой люберецкой семье Клипальченко. Дочь с именем Анастасия, как из любимых сказок, родилась у них 18 декабря. Теперь, как говорят родители, в их семье начинается знакомство. Хорошие, сумбурные впечатления сначала были, страшновато, волнительно. Привыкаем потихонечку друг к другу. Вот папа пришел поддержать, привыкает тоже к ребенку. Цветы, теплые пожелания и подарки родители в этот день принимали и от главы Люберецкого округа Владимира Ружицкого. Самое доброе вам пожелание, дай Бог вам здоровья. Вы такая же красивая, как и цветы. Спасибо. Да, ну, везде же вот мужика, где-то находишь. Хорошо. У молодых родителей это пока первый ребенок, но в их планах прийти в роддом еще и за сыном. Как отмечает главврач Московского областного центра материнства и детства, в этом году родилось больше мальчиков. И эта тенденция сохраняется из года в год. Также Татьяна Мельник поделилась своими впечатлениями и о молодой маме. Такая очень позитивная, она такая очень хорошая, она очень всем интересовалась, она очень хорошо слушалась врачей. И когда она родила, мы сказали: Маша,
Маша, твой ребенок пятитысячный, потому что у нас по нашему журналу, по нашим номерам ты попала в пятитысячники. Теперь молодой семье остается пожелать только крепкого здоровья, а все остальное у них и так уже есть. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Деду Морозу теперь есть где остановиться в Люберцах. На минувшей неделе в краеведческом музее открыли его резиденцию. Для главного волшебника страны подготовили просторный зал и удобный трон. Я хочу, чтобы Дедушка Мороз всегда был добрый. Хорошо, хорошо. Я не заморожу тебе ручки, не заморожу ножки. Сегодня он не морозил никого, был доволен и счастлив, ведь теперь у него есть своя резиденция в Люберецком округе, а это каждому придется по душе. Замечательно приготовили, прекрасный удобный трон, прекрасно украшен зал, огонечки везде. Я очень люблю огоньки, особенно цветные и бегающие. К этому событию в Люберцах готовились долго. Силами сотрудников краеведческого музея и других учреждений, а также при поддержке местного комитета культуры удалось сотворить настоящее новогоднее чудо. У нас вот произошло открытие, и внутри музея проходит сказочный новогодний квест по уголкам наших вот экспозиций, которые есть в музее. Очень интересно все придумано. Думаю, вам стоит пройти и посмотреть наших персонажей там. Мы не справились с любопытством и отправились в новогодний квест. Дети отгадывали загадки, получали за правильные ответы конфеты и проходили на новый уровень. Это оказалось настоящее путешествие в прошлое. В игровой форме сотрудники музея рассказывали всем желающим о новогодних традициях и обычаях Древней Руси. Детки приходят, смотрят, как наряжали раньше елочку, какие 100 лет назад, как украшали яблоками, какими игрушками, какими конфетами, какими печеньями. Обязательно рассказываем, какую звездочку вешали? Потому что все думают, ой, пятиконечная, другая была звезда, Вифлеемская звезда. И у нас сидит в другом зале купчиха, настоящая купчиха, одетая в настоящий костюм. И сидит, пьет чай с конфетами, обязательно сфотографироваться с баранками. Это очень интересно. Резиденция Деда Мороза в краеведческом музее будет работать до 13 января 2018 года. Попросить у главного волшебника страны о сокровенном можно каждый день с 2 часов дня до 6 вечера. Наталья Григорьева, Мария Лапачева и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Какая ель лучше, живая или искусственная? Таким вопросом в преддверии Нового года задаются многие россияне. Те, кто все же решился на покупку настоящей елки, уже могут купить ее на базарах. В Люберцах их более 50 в этом году. За зимней красавицей отправилась и наш корреспондент Анна Троян. Несмотря на совсем нетипичную зимнюю погоду, Новый год уже не за горами. И чтобы праздник вам пришел с соответствующим настроением, вам просто необходимо поставить елочку. Как не прогадать с выбором красавицы? Сейчас разберемся. Сибирские зеленые красавицы, датские пушистые ели, сосны прямиком из Перми. На базарах Люберец елочки пестрят изобилием. На Кирова и в ЖК «Самолет» предприниматели балуют жителей свежесрубленными деревцами. Дарят первым покупателям подарки, делают скидки и помогают определиться с выбором. Сибирские елочки – это, во-первых, чистая зона. Это Сибирь, сами вы, да, понимаете, там морозы. Принеся елочку в дом, ребенок маленький, который бегает, хороводы крутит, он дышит чистым воздухом, чистым именно атмосферой с елочки. Большой популярностью у люберчан пользуются именно елки. 1,5 метра, говорят реализаторы, самый ходовой размер. В этом году такое деревце можно приобрести в среднем за 1000 рублей. Метр ели стоит 700, сосна – 800 рублей. Однако, прежде чем оплатить покупку, нужно ответственно отнестись к выбору зимней красавицы. Конечно, в первую очередь стоит обратить внимание на цвет елки. Иголки должны быть зелеными. Здесь надо быть осторожным при покупке в темное время суток, потому что бывает, есть определенные условия, при которых елку могут подсветить снизу. То есть желтизна уйдет. Стоит обязательно эту елочку смотреть, вытащить ее из общей массы, которая приглянулась, распушить ее полностью, посмотреть со всех сторон, то есть нету ли где-то облезлости. Во-вторых, нужно потрогать, попробовать иголки, то есть насколько она осыпается, не осыпается, провести рукой. Не вдоль, против. При выборе сосны обратите внимание на количество рядов веток. 5-6 – уже хороший показатель. Отмечу, некоторые предприниматели даже дают гарантию и могут обменять деревце, если оно осыпалось до Нового года.
Елочные базары в Люберцах, как и во всем Подмосковье, стартовали 20 декабря. В первые же дни продажи на лесных красавиц большой спрос. Ведь сейчас пока еще все, как говорится, не расхватали. И есть большой выбор. Мне нравится запах натуральной елки. И с детства у нас постоянно в семье были живые елки. Запах у нее полезный, во-первых. Тем более маленький ребенок дома находится. Покупая живое деревце, не забудьте, что за ним нужен определенный уход. Принеся елку домой, дайте ей постоять и, так сказать, освоиться. Установите ее в подставку с емкостью с водой, либо в ведро с песком. Мы что советуем? Ацетилсалициловая кислота, 3 таблетки в полторашку. И каждый день поливаешь, поливаешь, поливаешь. Все, ну то есть добавляешь туда воды, она впитывает. Вот. И самый такой обычный способ. Также на люберецких рынках часто можно встретить популярный новогодний товар – хвойные веточки. Его можно купить в среднем за 300 рублей. Елочные базары будут работать включительно до вечера 31 декабря. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Нередко те, кто больше предпочитает живые ели, идут в лес, чтобы срубить себе зеленую красавицу к Новому году. Вот только люди часто забывают о том, что это запрещено. В преддверии праздников сотрудники лесной охраны проводят рейды под названием «Елочка». Наша съемочная группа отправилась в Малаховское лесничество и узнала, как пресекают любые факты незаконной вырубки елей и сосен для новогодних праздников. Вот сейчас у нас 38-й квартал, вот здесь у нас 10 гектар посажено. Вот вероятность, хороший подъезд. Вот 53-й квартал, тут больше 15 гектаров. Сергей Дроздов знает весь участок Малаховского лесничества как свои 5 пальцев. 2800 гектаров земли, из которых 100 засажено соснами и елями, находится под его пристальным надзором. Накануне новогодних праздников работа, направленная на сохранение леса, ведется в усиленном режиме. С 11 декабря проходят рейды по выявлению незаконной вырубки живого символа Нового года. Проверки начинаются с самого утра и заканчиваются поздним вечером. В рейдах у нас как бы участвуют и помощники участковых лесничий, инспектора и старший участковый лесничий. Также у нас участвуют в рейдах и администрации, какие-то лица присылает администрация, и сотрудники полиции. На сегодняшний день пока ни одного нарушителя закона не выявлено. Это связано с большим количеством елочных базаров, широким выбором искусственных деревьев и, конечно, серьезными штрафными санкциями, которые накануне праздников будут очень некстати. Штраф от 5000 – это примерно елка высотой метр, метр полтора. Если, естественно, будет спилено две елки по метру, метр, метр полтора, то это уже будет дело передаваться в полицию, так как это уже ущерб нанесен государству и более. Стоит отметить, что Малаховское лесничество не занимается реализацией новогодних елей и не сотрудничает с предпринимателями. Вся деятельность направлена исключительно на лесовосстановительные работы. Поэтому любой ущерб, нанесенный зеленым насаждением, повлечет за собой наказание. Луиза Егазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Люберецкое отделение партии «Единая Россия» организовало новогодние представления для детей с ограниченными возможностями. По традиции мероприятие прошло в Центре культуры и отдыха. Всех гостей ожидали любимые сказочные персонажи, а также новогодние подарки. С Новым годом вас всех! С новым счастьем вас всех! Здравствуйте, ребята! Новогодние приключения Деда Мороза начались в Люберецком центре культуры и отдыха. Именно сюда уже третий год подряд представители фракции «Единая Россия» приглашают люберецких детишек для того, чтобы поздравить их с самым долгожданным зимним праздником. Помимо анимационного представления, для маленьких гостей приготовили приятные подарки. У нас уже стало традицией на Новый год проводить для детей с ограниченными возможностями, малоимущих детей, такую партийную елку. С помощью наших депутатов городского округа закупили подарки для них. Новогодний праздник состоялся в рамках партийного проекта «Единая Россия. Местный дом культуры». Эта программа направлена на развитие учреждений, в которых проводят различные развлекательные и социальные мероприятия. Наша программа «Местный дом культуры» направлена на население, чтобы люди знали, то есть чтобы мы понимали, что сейчас востребовано для населения, что они хотят и чем мы можем в этом помочь. Но на этом новогодние сюрпризы от «Единой России» не заканчиваются. 25 декабря 30 люберецких многодетных семей посетят город Королев. Там состоится областной праздник. Также для детей приобретут билеты на новогоднее ледовое шоу. Луиза Егазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.
Заседание консультативного совета по делам национальностей прошло в Доме правительства Подмосковья. Итоги 2017 года подвели представители национальных общественных организаций и объединений. Также во встрече приняли участие члены группы приоритетного проекта по повышению эффективности реализации государственной национальной политики в Московской области. Заседание началось с приятных сюрпризов. Почетную грамоту за вклад в сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России получила директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева. Она рассказала собравшимся о своем недавнем опыте, открытом уроке «Школа добрососедства». В его рамках представители христианства, ислама и иудаизма говорили с детьми о добродетели, любви, смирении и других вечных понятиях. Конечно, это надо продолжать, но нужно более узкий формат делать. То есть вот эта большая аудитория с детьми, она не совсем... Конечно, это наш опыт, все мы правильно сделали, мы посмотрели, что происходит. Но надо за более круглый стол садиться и говорить о более личных вещах, потому что вот детей прям конкретика интересует. Конкретика, прям они задают конкретные вопросы, притом они разного формата. Кроме этого, на заседании подвели итоги проектов по реализации стратегии государственной национальной политики на территории Московской области в 2017 году. Итогом этого года, на мой взгляд, стало то, что наши средства массовой информации стали посвящать содержательные материалы и более внимательно к ней относиться. Если в 2016 году у нас за год было 424 публикации в СМИ, то в этом году за 11 месяцев мы получили уже 1027. Одной из приоритетных задач на следующий год Эльмира Хаймурзина видит создание простой и понятной системы повышения квалификации и подготовки специалистов, которые задействованы в реализации межнациональной политики. Также на заседании озвучили статистику по пребыванию в Московской области трудовых мигрантов. В 2017 году наблюдается рост прибывших иностранных граждан на 14,5%. Наибольшее количество граждан из стран СНГ, оформивших патенты на территорию Московской области, это, ну, соответственно, граждане Республики Узбекистан, Таджикистан и Украины. Также по состоянию на ноябрь 2017 года в экономику Московской области задействовано 200 тысяч трудовых мигрантов, работающих на основании либо разрешения на работу, либо, соответственно, патентов. На заседании консультативного совета по делам национальностей Московской области было решено рекомендовать Главному управлению социальных коммуникаций региона в 2018 году провести ряд мероприятий. В их числе третий фестиваль национальных культур Московской области «Подмосковье. Территория дружбы», а также серия образовательных семинаров с руководителями национальных общественных объединений по актуальным вопросам социальной адаптации, интеграции мигрантов и другие. Также участники совета отметили необходимость обеспечения СМИ Московской области всесторонней информации о проведенных мероприятиях в сфере межнациональных отношений. Наталья Григорьева, Мария Лапачева, Никита Скороган, телеканал ЛРТ. Состоялось очередное заседание комиссии по межнациональным отношениям. В рамках встречи представители национальных и общественных организаций рассказали об уже проделанной работе и поделились планами на следующий 2018 год. Отметим, все проводимые мероприятия направлены на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. Заседание комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты городского округа Люберцы началось с приятной новости. Директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева получила благодарность от Федерального агентства по делам национальностей за вклад в сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России. Тут такая награда, и, конечно, я благодарна вам всем, потому что, мне кажется, это наш общий с вами большой труд, потому что вы участвуете во многих мероприятиях, которые мы освещаем. Из этого получаются очень интересные фильмы, которые презентуются не только в Подмосковье, но и в других регионах нашей большой страны. На территории нашей страны проживает около 200 народов. Представители самых многочисленных национальностей являются членами комиссии. В рамках заседания они также удостоились благодарности за плодотворное сотрудничество и развитие телеканала ЛРТ. Далее встреча была построена на обсуждении итогов работы национальных и общественных организаций. Также поднимали вопросы урегулирования конфликтных ситуаций между людьми различных культурных образований. Все вопросы всегда можно уладить, любую конфликтную ситуацию. Всегда можно найти компромисс. Главное – уметь слушать своего собеседника. Я считаю, что это самое главное даже в решении таких сложных межнациональных, межконфессиональных вопросов и миграционной политики. Всегда. А на все остальные случаи у нас есть закон.
Также она предложила в следующем году провести конкурс рисунков ко Дню матери и 8 марта, на которых дети изображали бы женщин разных национальностей с их культурными особенностями. Далее в рамках заседания комиссии по межнациональным отношениям отчитался о работе председатель азербайджанской диаспоры Люберецкого округа. В марте месяце мы широко отметили вместе с вами праздник Новрус-Байрам. Это я считаю, что вот сколько лет мы не проводили бы такой праздник, а вот прошлогодний праздник очень мне очень понравился. Дело в том, что мы очень большую роль, большое значение дали детям. Дети не только пришли, участвовали, потанцевали, ушли. Они присутствовали, они приготовились, они вот во всем участвовали. Еще не раз на заседании члены комиссии делали акцент на привлечении детей ко всем национальным праздникам, отмечая, что именно они в будущем будут формировать отношения между людьми разных национальностей. Дни, когда проходит у нас масленица, широкая масленица, у нас есть такой национальный праздник, Талендес называется. Масленица в том числе мы отмечаем всегда каждый год. Великий пост, потом идет Пасха у нас, то есть и религиозный праздник с детьми. У нас все в основном мы собираем детей наших, чтобы дети с семьями. Община для нас означает, что мы все собрались с семьями, дружим и живем в общине. По итогам заседания члены комиссии определили задачи на будущий год по реализации государственной национальной политики в Люберецком округе и запланировали ряд мероприятий. Так, в 2018 году они посетят Еврейский музей и Центр толерантности. Мария Антонова, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Почти 117 тысяч иностранных граждан были зарегистрированы на территории Люберец и соседних городов в этом году. Об этом рассказали в МВД Люберец на прошедшей пресс-конференции руководители отдела по вопросам миграции. Также полицейские ответили на вопросы журналистов. Осуществляем контрольно-надзорную деятельность за соблюдением законности режима пребывания иностранных граждан. Выдаем паспорта Российской Федерации, приглашение иностранным гражданам. Спектр работы отдела по вопросам миграции межмуниципального управления Люберецкая широкий. Так, в 2017-м ведомством поставлено на учет почти 117 тысяч иностранных граждан. Порядка 12 тысяч фактически работают на территории Люберецкого округа. Такая внушительная цифра связана с тем, что муниципалитет непосредственно граничит с рынком Садовод. Эти граждане все живут у нас на территории города Котельники. Там поселка Малаховки, Краскова, Томилино, везде, где можно как можно дешевле снять жилье. Если снимать квартиру, то пытаются жить там в этой квартире по 10-15 человек. Кстати, вопрос жилья – один из наиболее острых в теме миграции. Наиболее распространенное преступление – фиктивная регистрация иностранного гражданина. Иными словами, резиновые квартиры. Таких уголовных дел в этом году было 560. Отмечу, сотрудники полиции неустанно борются с ними. По словам сотрудников правопорядка, выявить такое жилье весьма просто. Граждане Российской Федерации, которые ставят иностранных граждан, они обращаются в МФЦ, которых у нас достаточно много на территории района, порядка 13. МФЦ ставит их на миграционный учет. Но вместе с тем мы сразу видим в базе, скажем, что поставлено в квартиру или в жилой дом там больше двух, больше пяти, больше 10 человек. Как только такая квартира попадает в поле нашего зрения, либо в поле зрения участковых уполномоченных полиции, соответственно, мы выезжаем на этот адрес. Также сотрудники полиции продолжают борьбу с организацией нелегальной миграции, когда незаконно пребывающие в нашей стране граждане живут без регистрации. Кроме того, в 2017-м почти 500 мигрантов нарушили установленный порядок пребывания, что повлекло выдворение из страны. Трудились без патента в этом году более 1200 иностранцев. За эти действия пришлось поплатиться и работодателям. За 11 месяцев сумма штрафов составила 58 миллионов рублей. Значит, по всем этим направлениям деятельности мы осуществляем ежедневную работу. Этим занимается отдел по вопросам миграции, этим занимаются участковые уполномоченные. Ежедневно мы работаем с заявителями, с гражданами. Встречу с журналистами городского округа приурочили к Международному дню мигрантов. Дата этого события имеет символическое значение. Именно в этот день, 18 декабря 1990 года, Генеральная ассамблея ООН утвердила Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 100 лет на службе у государства. Работники ФСБ отмечают в этом году круглую дату со дня основания ведомства. В честь профессионального праздника ветераны и нынешние сотрудники органов безопасности возложили цветы к памятнику Феликсу Дзержинскому.
День работника органов безопасности отмечается в России 20 декабря. В свой профессиональный праздник сотрудники ФСБ вспоминают коллег, погибших при исполнении служебного долга, а также отдают дань памяти основателю спецслужбы Феликсу Дзержинскому. В церемонии возложения цветов к памятнику государственному деятелю приняли участие глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий, сотрудники местной администрации, а также люди, которые посвятили всю свою жизнь работе в органах безопасности. Я обрадовался, что решили отметить в день столетия образования органов госбезопасности Феликса Эдмундовича Дзержинского. И когда я работал здесь начальником отдела, ему исполнилось 100 лет, и в 1977 году мы таким же образом возлагали к его памятнику цветы. И сегодня 40 лет прошло, а мне приятно, что это повторилось. Луиза Егазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Как создать огород, чтобы получить не только хороший урожай, но и эстетическое удовольствие? В учебном центре агрохолдинга «Поиск» прошел семинар для селекционеров и ландшафтных дизайнеров. Об истории возникновения декоративного огорода в России, а также о современных модных тенденциях в этой сфере рассказали ведущие специалисты. Агрохолдинг «Поиск» – крупная селекционно-семеноводческая компания, которая работает на рынке уже около 30 лет. Она имеет ландшафтное бюро, тепличный комбинат, собственную структуру ритейла, а также селекционный центр. Здесь выращивают сотни видов овощей и фруктов, а питомник декоративных плодовых и луковичных растений считается самым большим в стране. Стоит отметить, что они прошли акклиматизацию в условиях средней полосы России и обладают высокой степенью приживаемости. Одной из основных активностей компании – это как раз была селекция овощных культур. После этого мы начали работать по флоксам. И Ильгольский тепличный комбинат, 18 сортов флоксов создано. И большая активность у нас по посадочному материалу. Настоящей гордостью компании являются ее сотрудники. Именно их профессионализм обеспечивает высокое качество и широкий ассортимент продукции. Коллектив агрофирмы «Поиск» активно проводит научно-исследовательскую работу. Собственными знаниями и открытиями специалисты периодически делятся с потребителями и коллегами во время семинаров и конференций. Нам очень повезло, что нам удалось открыть вот в августе этого месяца наш большой учебный центр. Поэтому я считаю, что эти семинары и конференции будут регулярными. Сейчас у нас Ассоциация производителей посадочного материала проводила уже 2 обучающих семинара. На днях в учебном центре агрофирмы состоялся семинар для ландшафтных дизайнеров. Ведущие специалисты этой отрасли рассказали о секретах создания декоративного огорода. В современном мире это одна из самых актуальных тем. Ведь помимо утилитарности, для многих людей важно, чтобы их участок к тому же радовал глаз. Даже из простого, может быть, неинтересного обычного огорода, обычных прямоугольных грядок, можно сделать очень интересное пространство. Тут самое главное – придумать, что вы хотите увидеть на своем огороде. Когда есть идея, когда есть мысль, тогда уже можно над ней работать. Многим может показаться, что эта тенденция появилась именно сейчас, но история создания декоративного огорода уходит в начало 18 века. Уже тогда сочетание хозяйственного и прекрасного было востребованным. Елена Кузьменко занимается возрождением исторического огорода. Она руководит участком территории Дворца Петра I в Стрельне, Государственного музея-заповедника Петергоф. В своей работе она использует в том числе семена и продукцию агрофирмы «Поиск». Мы пользуемся семенами. Это салаты, мяты, петрушка, кервиль, то есть однолетние культуры. Очень хороши декоративные капусты. Они смотрятся очень хорошо, и самое главное, что они практически могут уйти в зиму, украшая вашу грядку. Тем более, что мало кто знает, что декоративные капусты, они абсолютно съедобны. То есть их можно использовать в салат, даже из декоративной капусты можно сварить щи. В планах у сотрудников агрохолдинга дальнейшее развитие шоу-сада и популяризация декоративного огорода. Грамотное сочетание овощей и растений творческий коллектив покажет в экспозициях. Увидеть все своими глазами можно во время дней открытых дверей, которые регулярно проходят в компании. Все желающие могут не только узнать много интересной и полезной информации по различным культурам, но и продегустировать продукцию агрофирмы. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Самый яркий, зрелищный и самый сложный. Так смело можно охарактеризовать завершающий этап фестиваля «Радуга дружбы». Творческие программы посвятили культурам народов мира. Свои таланты в этом направлении показали практически все классы 16-й гимназии.
типичный бразильский карнавал. Яркие костюмы, зажигательные танцы и динамичная подача. Всеми красками этого уникального события прониклись ученики первого В-класса. Сами первоклашки признались, о Бразилии раньше и знать не знали, а теперь мечтают посетить эту страну. Мы узнали, что там очень много танцев. Что там делают костюмы. То, что там любят спорт. То, что там необычные блюда. И самый лучший кофе в мире. Одна из главных целей фестиваля – познакомить участников с культурой и традициями разных государств. Однако, как бы ни были заманчивы испанская коррида, самобытность Татарстана и других стран, все же родную русскую землю люберецкие школьники выбирали чаще для своих творческих постановок. Новый год пришел, старух нам себя показал. Ходи на раз солнышко встречать, мороз прогонять. А ученики постарше не стали дожидаться Рождества. Калядовать начали уже сегодня. Старорусские традиции и быт нашего народа передали максимально близко. Марафон – завершающий этап ежегодного фестиваля «Радуга дружбы». В гимназии «Интерес» он проходит в пятый раз. В течение недели ребята участвовали в спортивных, интеллектуальных и даже кулинарных состязаниях. Но самое главное, что на это время вся гимназия от первых до выпускных классов превратилась в одну дружную многонациональную семью. Детей это сплачивает между собой, заставляет дружить, независимо от того, какой они национальности. Прививает любовь не только к русским традициям, но и к традициям других народов. Итоги всех этапов «Радуги дружбы» подведут на гала-концерте в день закрытия фестиваля. Однако организаторы говорят, что это тот конкурс, где побеждает исключительно дружба. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Юбилейная выставка картин Виктора Маркова открылась в краеведческом музее. На мероприятии собрались коллеги и друзья художника, а также представители окружного комитета по культуре. В рамках этого события Виктор Сергеевич удостоился не только большого внимания, но и крупной награды – знака отличия за заслуги перед Люберецким округом. Это уже 40-я персональная выставка художника Виктора Маркова. В общем, их было уже около 270. В большом выставочном зале музея он собрал более 100 своих работ. Одна их часть посвящена близким в виде портретов, а также его любимому поэту-вдохновителю Сергею Есенину. Но самое большое место как на выставке, так и в его жизни заняли сельские пейзажи. Этот процесс, он присутствует внутри уже. Он уже созревший, готовый, у тебя живет в твоей душе, вот, и в твоем воображении, в сознании вот этого восприятия окружающей природы, окружающего мира. Этот год для Виктора Маркова юбилейный. Ему исполнилось 70 лет. Также 2017 стал плодотворным и по части творчества. Виктор Сергеевич получил большое количество грамот за участие в поэтических и художественных конкурсах. И вот уходящий год он подытоживает своей 40-й экспозиции, на которую многие гости пришли с благодарностью. Вот у него пейзажи русские, российские пейзажи во все времена года выглядят великолепно. И спасибо его дару, который ему помогает увидеть эту красоту. И нас вот так за плечики взять и подвести к этому. Смотрите, любуйтесь, люди. С 95-го года Виктор Марков показывает людям красоту природы, как она есть. И за его талант, за большую работоспособность во время торжественной части художника наградили почетным знаком отличия от имени главы Владимира Ружицкого за заслуги перед Люберецким округом. Также весь вечер в адрес виновника торжества звучали теплые слова и пожелания. Его сегодня сравнили с Левитаном, потому что для того, чтобы писать Родину, ее надо очень сильно любить. И те чувства, которые мы все испытываем к нашей малой Родине, а он именно рисует нашу малую Родину, он приучает детей, именно передает свое искусство, как надо любить нашу малую Родину. Это стоит много. Выставка Виктора Маркова открыта для всех желающих. В краеведческом музее она пробудет примерно до конца декабря. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Ну что ж, такую мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Не забудьте подписаться. Ну а пока что я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего доброго!